Всем привет, и сегодня я вам покажу свою игру, которую я только что начал делать. В общем, тут, в принципе, сделано, вот как вы видите, анимация, управление реализовано влево-вправо. Да. Использовал я библиотеку SFML. Вот, как вы видите, то есть тут просто движение влево-вправо, если я зажимаю, никуда не двигается, и через время, вот вы видите, сначала, когда он двигается, у него приподнятая доска, то есть одна анимация. Когда он перестает двигаться, у него она опускается, и потом через время он падает. Ну и потом сразу же можно продолжать двигаться. Ну и если обратить внимание, то при анимации доска остается на месте. Вот. Вот такое вот коротенькое видео. Это 135 строчек кода. Ну, неважно, сколько. Первый видос такой.